В данный момент мы с напарником решили проверить на себе, что такое вот эта вот маленькая хитрая штука под названием МПГ-пульт. Дорога у нас Рига-Даугавпилс. Сейчас мы вам покажем реальный расход машины Volvo V70 2002 года. Двигатель с объемом 2,4 литра дизель. Сейчас мы покажем, на которой скорости она где-то приблизительно ела 7 литров на 100 километров. И сколько она ест в данный момент при использовании вот этой вот штуки. Вот сейчас смотрите. Вот такой вот расход на данный момент при использовании МПГ-бус на дороге. Но машина там, мы как раз разгонялись, вы сами видели, что она чуть-чуть меньше сжала, и потом расход уменьшался. Трасса у нас ровная. Если сильно нормально, она выходит в нормальный режим, когда после разгона МПГ-бус дает очень потрясающий. Всего хорошего, пока. Всего хорошего, пока.